связи со сложной эпидемиологической ситуацией и введением карантина большинство предприятий и организаций приостановили свою работу. Многие жители потеряли работу и остались без средств к существованию. Государство предпринимает всевозможные меры, чтобы поддержать граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это и повышенное пособие по безработице, и выплаты в размере более 5000 рублей малоимущим и многодетным семьям, пособие на детей безработных родителей. Кроме этого, существует адресная помощь нуждающимся гражданам в виде продуктовых наборов. На территории России, в том числе и в нашем крае, работает телефон горячей линии помощи пожилым маломобильным гражданам. Поступившие заявки обрабатываются и передаются в районы, где уже волонтеры на местах доставляют продуктовые наборы по адресам. Добрый день, волонтерский центр. Здравствуйте. Спасибо большое вам. Дай Бог вам всем здоровья. Вы знаете, что я вам хочу сказать? Вроде мы не богато живем всегда, но мы такие богатые душой и сердцем. И пока мы душой и сердцем богаты, Россия не скуднеет, а добрые сердца. Спасибо большое. В нашем районе работает порядка 30 волонтеров. Благодаря их помощи продуктовые наборы уже получили более 120 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На данный момент у меня очень тяжелая ситуация, потому что у меня дети остались вообще без средств проживания. У меня просто нечего есть детям. Очень тяжело. Вот соседи помогли, слава богу, вы привезли у меня сегодня продукты. Самый тяжелый момент, вы пришли мне на помощь. Спасибо вам огромное. Всего самого хорошего вам. В наборах продукты первой необходимости – каши, крупы, макароны, фрукты, чай, сахар. Помощь в приобретении необходимого оказывают предприниматели, социальные фонды, просто неравнодушные жители. Продуктовая помощь поступает с нескольких источников. Один из них – это Общероссийский народный фронт. Мы сегодня получили еще дополнительные 35 наборов. До этого еще было 40 наборов продуктовых, которые мы развозим при помощи волонтеров нашим жителям, которые обращались на горячую линию. Помимо этого, волонтеры Славянского района, наш волонтерский отряд, оказывает еще один вид помощи гражданам, которые нуждаются в передвижении по Краснодарскому краю. У наших ребят есть специальные волонтерские пропуски, которые берут на своих автомобилях, тратят свое время и доставляют граждан, например, в больницу или по каким-то неотложным делам за пределы Славянского района. Это автоволонтеры, у нас их несколько человек, они тоже осуществляют такую работу. Если у вас трудная жизненная ситуация и нужна помощь волонтеров, звоните на горячую линию по телефону 8 800 234 11. Телефон горячей линии для помощи пожилым и маломобильным гражданам 8 800 274 37. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».